Стоим в ресторанчике Ле Карт. Так вот он выглядит. Один поход бесплатный, ребят. Такое все красиво. Вот в Ле Карте, пожалуйста, на самообслуживание тортики. Такие. Это берете сами и блюдо заказывайте. Вам приносят такие салатики, кукурузка, груза для голов, груза он маленькая, солянка, да, булочки, еще крем-суп с морепродуктами. Вот что нам принесли, рыбку с рисом. Это со мной уже поделились креветотами. Кальмарчики, рыбка и креветосы с картошкой фри. Ну, короче, поели. Вот так вот выглядят, ребят, наши мисочки. لقصور بلدنا ولا لا 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 على أرضها مختار يا اسطى دول مبسوطين آخر بسطة وابني فينا أجمل مدينة ونردها لك في الأفراح ومهما Слайка, прическа. Так, ребятушки, что хотелось бы сказать, подытожив поход в ресторан Ле Карт, который вы можете бесплатно, напоминаю, заказать один раз за ваш приезд. Ну, тот момент, что сильно было как-то скудновато по еде, в плане, была, как вы видите, картошечка с креветками фри, было просто пюре, где было, собственно, кальмарчики, кольца и штук 5 максимум креветок с хвостами, еще не почищенными, ну, это типа как для красоты, как я понимаю, и просто рыбешка с рисом. И для сравнения можете зайти в Инстаграм и посмотреть, собственно говоря, как мы отдыхали в Турции и какой там был Ле Карт. То есть там было намного лучше и намного больше как бы изобилия. Понятно, что Египет это не Турция, но это тоже 5 звезд. В общем, можете глянуть, ребят. Все, давайте, ребятушки. Всем добра, бабла, позитивчика. Пишите в комментариях свое мнение, как вам Ле Карт в Египте. Пока-пока, до новых встреч. Пишите лайкосики, комментарии. И переходите, подписывайтесь.